Как рассказал журналистам глава региона, его реализация позволит в разы нарастить мясное и молочное поголовье коров. Это позволит значительно увеличить экспортные поставки готовой продукции. Краснодарский край представит на выставке «Золотая осень» свой экспортный потенциал. Мы уже сотрудничаем с более чем 130 странами, но надо признать, что сейчас это в основном сырьевые поставки – зерновых культур, пшеницы и кукурузы. Наша же задача, и на это обращает внимание президент России, значительно увеличить долю несырьевого экспорта. Также Вениамин Кондратьев отметил, что краю важна поддержка правительства страны в вопросе модернизации крахмального завода в Гулькевичском районе. Предприятие может стать крупнейшим производителем заменителя сахара в стране. Кроме того, на «Золотой осени» в Москве краевые власти планируют провести ряд встреч с потенциальными партнерами.